вопрос о Каролине. Общаетесь ли вы сегодня со своей бывшей подопечной Ани Лорак? И как оцениваете ее взлет в России? Ведь, по сути, она сегодня заняла нишу, ушедшую на покой Пугачевой. Согласны ли вы с этим мнением? Ну, Пугачева это сильно громко сказано. Я об этом всегда мечтал, что действительно Лорак это замена, там, уйдет со сцены Пугачева, есть кем заменить. Думаю, что как сильная личность, она еще не созрела туда до уровня Пугачева, потому что Пугачева, ну, это очень большая глыба. А Каролина, ну, это такое, пока еще вершина чего-то там. Но это не глыба. Она еще не доросла до уровня Пугачева. Ни мозгами, ни любовниками, там, ни те все атмосферы, которые окружают артиста, которые выдвигают там популярность и создают ей какие-то там. Нет. Пугачева очень много народу вывела на сцену, ну, некоторых позакрывала. У Лорак такого нет еще. Она еще ни одному артисту не помогла, ничего еще не сделала, никакого нет такого шоу для оказание помощи другим артистам она не сделала.